Здравствуйте, товарищи, с вами Сет, мы продолжаем проходить Мертвый космос. Остановились мы на том, что... Ну и хер знает, если честно. Что мы делали в той серии? Убивали некроморфов кучу. Ну так, на всякий случай, чтобы его не обратили. Чего у меня по патронам? 740 должно хватить. Так. Ну тут вроде спокойная такая комнатка. Направо мне надо. Ну а что слева? Закрыто слева. И верстак. Если здесь есть верстак, значит тут более-менее безопасно. Я ведь прав? Силовой... Вот вопрос. С одной стороны, на верстаке мне улучшить уже нечего, кроме икса. Но икс на хп я не дотянусь, чтобы улучшить. А... Увеличить здоровье, потому что тут надо вон сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять этих, это 100 000 надо набрать, у меня столько нету. С другой стороны, мне, в принципе, больше и улучшать-то нечего, потому что тут все улучшено. Только вот эту, я не знаю, на объем, чтобы 20 этих было. Да мне и 18 хватает. У винтовки только альтернативный огонь остался. Но я его максимум на 2 могу прокачать. Стазис модулем я вообще не пользуюсь. То есть, возможно... Возможно, имеет смысл открыть эту комнату. Посмотрим, что тут есть. А, для бабла... ХП... И патроны. Ну, в общем-то, да. Довольно бесполезно. Тут какой-то шум был. Ну что это за звук такие, блядь? Музыка странная. Вообще капец. Так. Ладно, все-таки на верстаке, я думаю, мы что-нибудь можем еще улучшить. Например, перекрашенный плазменный резак. Нет. Импульсная винтовка альтернативная. Или скорость перезарядки лучше, как думаете? Или альтернативный? Ладно, альтернативный скорость. Нормально. Все. Херней, короче, занимаемся слишком долго. Давайте это. По миссии, по миссии, по миссии. Все, по миссии, побежали, побежали, побежали. Сейчас в ящик заглянем, ну как можно. Нельзя просто так побежать и не заглянуть в ящик. Так, ты, растение, уйди с дороги. Ой, блядь, здесь мы бегать не сможем. Сука, курицы, ненавижу блядских куриц. Так, курицы. Не знаю, зацепил я кого-нибудь из них. Похоже, нет. Блядь. Сука, ненавижу их. Самые ублюдские существа. Блять, смотрите, какие они быстрые. Хотя нет, блевальщики, по-моему, хуже куриц. Ну, у куриц такие тоненькие ножки. Не зря же их называют там куриные лапки, что-то типа того. То что, они это... Короче, ну вы поняли. Попасть в них тяжело. Ой, зачем я это говно подобрал? Да как ты на такое расстояние плюешь? Ты что, рекордсмен, блядь, по плеванию, что ли? Ну вот, сука. Так, хули мы имеем? Пошел отсюда. Деньги. До сих пор дают мне деньги, хотя мне уж покупать-то на них нечего. Так. Ну, мы все видели, я думаю, этот... Вот эту хуйню, кунту. Пошли, вставим ее. Я люблю вставлять большие штуки во всякие большие щели.
Особенно если знак Гарри Поттера на них. Ну капец. Так. Сейф — это, конечно, хорошая штука. Я люблю сейвы. Все такое. До сих пор 13 глава идет. Я лучше хочу 15, если честно. Чтобы побыстрее пройти. И третья часть скоро. Мы приближаемся, Айзек. Обелиск знает, что ты здесь. Придет время, и ты все узнаешь. Интересно, это время придет в этой части или... или в следующий. Ну чё, бегите на меня. Курицы тупые, блядь. А, детишки. Да что ж вы живучие-то, блядь, такие? Детишкам надо попадать в головку. Придется что-то там, он сказал, да. Так, ну а куда мне надо? Туда? Ну ладно, чё, это чё, сложно, что ли? Тут нету это, стазисной бочки. Я не думаю, что это будет сложно, Айзек. Как я оказался? Сучоныш. Это что за ученый, блядь, бывший? А это, наверное, его жена ползет, да? Все семейство прям собрали. Так. Что же мне патроны-то такие попадаются все время, ненужные? Так. Куда мне надо? Что, блядь? А, мне по кругу чуть ли не надо пробежать, да? Блять, опаздываем. Так, я случайно не это. Так, вали отсюда. То мало ли еще взорвусь. Так, и... и сейчас мы должны... блять. Да что ж такое? Так, ну вот и все. А вы боялись. Ну, не знаю, боялись ли вы или нет, но я так точно боялся. Козел еще какой-то вышел. Ребятенка так уж и быть не буду убивать. Я добрая душа. Убиваю не больше 100 детей в видеоиграх. За раз. Так, ну... я его отключил, допустим, и чё? Чё мне это дало? Он мне не мешал, вроде бы. А, так это обелиск они создают. Наверное, это новый. Нифига себе, они так новый обелиск делали. Но есть же еще один целый уже, готовый полностью, да? Я так подозреваю. Что-то я не понимаю. Так, ладно. Или... ну да. Ага. Все с вами ясно, извращенцы. Ну надо как-то уничтожить этот обелиск. Тут вообще по-хорошему надо все бы, чтобы на воздух взлетело. А то мы, допустим, сейчас их за этого... блять, ну и патронов у меня в натуре. Мы сейчас, допустим, их даже если уничтожим, обелиск, у них же все данные останутся, они спокойно смогут восстановить это все. Так что, я думаю, тут только хорошенький взрыв. А кто их убил всех? Вот это интересно, кто это на нашей стороне, интересно. Я, правда, не уверен, что прям на нашей стороне кто-то, но...
крайней мере, их убил не я, вроде бы. Потому что мои-то трупы исчезают обычно очень быстро. А вот эти трупы что-то до сих пор не исчезли. Отсюда можно сделать вывод, их убило что-то еще. Для ребятенок. Он даже не с первого выстрела сдох. Вот такой вот это жесткий ребятенок. Так. Сука, самые жирные, наверное, и живучие. Ах ты, блядина. Еще желающие? Есть, смотрите-ка. Блять, дважды по одному промазал, чувак. Так. Как удачно. Они там, блядь, вылез, это взрывающийся прямо у меня за спиной, сука. Ну, удачно для него, конечно же, не для меня. Вопрос один. Блять. Ненавижу. Так, вопрос один. Нужно ли вообще мне было их всех убивать, или можно было тупо пробежать вперед? Вот сюда. Думаю, что ответ — тупо пробежать вперед. Сука. Ненавижу блевальщиков, они какие-то бронированные. Что ли? Так. Я, по-моему, говна всякого понасобирал ненужного. Вот это, например. Вот это, вот это. И на аптеке денег нет. Не денег, а места. Так. Бля. Давайте я тут попробуем побыстрее пройти комнату. Хотя тут тоже куча сейчас, блядь, выпрыгнет. Так, идем сразу сюда. Закрыли. Двери они, благо, не умеют открывать. Так. Ну? Ребятки, о, блядь, это похоже на комнату боя с боссом. Ну или как минимум с кучей народу, потому что я не смогу открыть эту херню, наверное, пока всех не убью. Запись журнала исследований. Вчера я отключился очень рано, очнулся сегодня утром, уставившись на крохотную версию обелиска в одной из ванн. Затем я вручную ввел алгоритм. До сих пор слышу его себя в голове, как назойливую песню. Мы принимаем препараты от нервного расстройства, но тут что-то другое. Какая назойливая песня? Twinkle, twinkle, little star. Хавай, ба-ля-ля-ля-ля, что-то там. Дальше я слова забыл. Так. Ну что ж, надо быть готовым, потому что эта комната явно неспроста. Как я и сказал. Ну, я, конечно, не думал, что он будет настолько слабым, но все равно. Окей. Если вы считаете так, то ладно. Если считаете то, что это достойный босс, хоть... Ого. Ты теперь 4, что ли, запутанные эти? Я уж чуть не успел. Первый раз чуть не это... Не опоздал, вернее. Это прям как в убежище входим. Fallout. И энклавовцы нас очередью из миниганов встречают. Так, ну, красиво, конечно, я тут вижу парочку друзей своих. Не попал. Ну ладно.
Может быть, если бы я убил их, то мне было бы проще. Если бы я взял снайперскую винтовку, возможно, мне было бы проще. Здесь есть снайперская винтовка, между прочим, да? Но я ее почему-то решил не брать. Ну что ж, я думаю, то, что на этом мы и остановимся. Я продал в магазине всякое говно, так что, если вам понравилось это видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. С вами был Сет. До свидания.